Так. Это так, кому интересно. Я всегда смотрю на игры, когда они в фоновом режиме, народ. И потом смотрю на игру, когда она не в фоновом режиме. Советую тоже это всем проверять, кто устанавливает, неважно, купленные игры или демо-версии игр. Ладно, поехали, короче. Это у нас демо-версия. Народ, демо-версия — это показатель хотя бы средней оптимизации хоть какой-то игры. Поэтому к некоторым играм я вот так отношусь, потому что, ну, реально, народ, ну, не залазит разработчик в игру, но это видно. Вот некоторые не запускаются и вообще в ауте. И на почту скидывают эти ключи к играм разным. Я иногда, не знаю, голос хоть на заднице выдергивают. Посмотрели, что скидывают и что выкладывают. Дурно же становится. Я, в принципе, обзора не делаю, но там при альфа-версии, так что... Ладно, давай скипнем. Мне сейчас история не важна, тут это ясно, что будет неплохой довольно-таки сюжет. И ты бегать умеешь? О, забежал, побежал, молодец. А чё на видео нет меча? Ай-яй-яй, косяк. Возраст. Кто понял? Вот это, конечно, будет сейчас интересно. Так, погоди-ка. А мне уже игра нравится. Интересно, почему, да? Да? Blade this made Harry. Дурабль, я понял. Погоди, чё? Ну, ты мне боевку показываешь, я вообще тут руду добываю, может быть. Так. Steel Blade. Что это, кристалл? Так, ну боевка довольно-таки простая, кстати. Я начал эту игру пробовать. Как называется? Ой, сейчас скажу. Тоже установил. Skyforge. Вчера она у меня лагала, а потом сегодня посмотрю. Если что, ну, какая есть, такую сделаю. Так, Energy. А, восстанавливает ХП. Дай бы переделать на какое-нибудь другое. Хотя бы пол ХП восстановил. Так, у нас арена сейчас босс, да? Нет. Так, инвентарь какой-нибудь есть? Так. Так, здесь. Говоришь. Подождать. Чтобы восстановить все ХП, да? С этим разберемся попозже. Боевка, конечно, надо немного под... А, так они восстанавливаются плюс ко всему, да? Мой ХП-то вроде тоже восстанавливается, кстати говоря.
Тогда что это за желтая полоска? Можно вопрос? Ага, ну разобрался. Чем мы подбираем? 5 Steel Blade. Так, двойной прыжок, как я люблю. Хорошо, не как я люблю, как я привык. Так. Ноль, понятно. Так, ну тут надо как-нибудь по-другому на какую-нибудь клавишу поставить. На Т не очень, кстати, удобно сбор. Хоть и дело привычки, но... Так, инвентаря здесь я пока никакого не вижу. О, пурпурные кристаллы, прекрасно. Ага, модуль инкрустейшн. О, я нашел карту. Так, ну мир понятно коридорный. Тут через эскейп, господи помилуй. Я укушу когда-нибудь кого-нибудь. Такс. Поставили это или нет? Нет, мы не поставили. А почему? Их собрать поболее. Возможно, да, может, поболее надо собрать, в принципе. Посмотрим немножечко попозже. О! И что? Алтарь Возрождения. Понял. Тогда сейфпоинт. Это жалко, что не на русском. Ну и нормальный английский здесь я должен отметить. Блейд, да-да-да, понял. Это у нас значит Steel Blade как раз таки на этой. 140. Ах ты твою налево, еще дерево технологии есть, так называемое, да? Так. Не могу. Жалко. Так, давай-ка. Так, я понял, как с этим работать. Пробел нужен. Так, пробел. Левел 1. Power Gear. Сейчас сделаем, кстати, модульс. Сеттинги есть еще. Rotate, English. Spaniel, Francical, Italian. Tarteuch. Так, а войск давай мне на... Кстати, здесь приятный... Погоди, тут что, реально был китайский? Приятный китайский. Не, приятно не в том смысле, просто я могу хоть какие-то слова разобрать. Они, как правило, слишком быстро тоже говорят, и для человека, который не понимает язык, это звездец. Так, погоди ты. Этот модуль вот.
Да, мы собираем вот эту всякую ерунду, чтобы воевать с боссами, так сказать. Это понятно уже. О, здрасте. Ни хрена себе, это куда я себе должен вставить, простите. Ладно. Куда-нибудь сейчас вставим. Парень, ты извини. Сейчас мы будем тебе вставлять неприятную штуку. Так, бустер. Нафиг нужно. Да, у нас пока стандартная, так что мы улучшаем. И у нас что, открылась вторая ячейка или нет? Так, еще раз посмотрю. Модулес. А, все, до меня доперло. Модуль этот у меня уже стоит. Просто у меня здесь нету модуля, здесь еще два модуля можно поставить. Все. Слушай, а если я здесь делаю, как он до этого говорил, подожду, к примеру. Да, блин, я думал подождать, да-да-да, и там все, а транспаунится. Почетерим, сейчас, почетерил. Музыка вообще довольно-таки любопытная. Из разряда, кажется, бесплатных слышал такую уже. Так, кристалл. Любопытно. Купилище кристаллов. Розовый, беленький я могу подбирать. Или фиолетовые. А красненькие почему-то нет. Хотя бы такой кристальчик себе отжапал. I don't think it'll give up the energy without a fight. Ты не против? Ничего, я с ним должен драться. Видно, выбор тоже не очень много. Не, бомбоудар здесь хоть и хороший, но очень тяжко. Надо управление клавиатурой переделать. В принципе, вообще прикольно. Комбо-удары тут на высоте. Так. Она. О, конечно, это второй удар, но мне интересно кое-что другое. То есть... А, так. Моментальное оружие поменял. А, нет, все, понял. У него еще несколько видов ручного оружия. Любопытно. Так, ну игра, в принципе,
Да практически не нагружает, слушай. Сильно чтобы. В пределах нормы, короче. 73% у меня порог. Просто бить. Хоть какое-то повреждение сделал, то непонятно. Вроде говорит, бей по бей катаной, в итоге. О! Здорово! Я лучше поменяю оружие. Have to hurry and find the spaceship. Чего? Тоже можно убить. Так, чё я нажал пару раз Е? А, это он меняет оружие Е. О, блин. А, ну он да, реально меняет оружие таким способом. Я понял. Надеюсь, я квест не угробил. Я могу. Мелится, блин, кусок. А, мне другой теперь меч нужен. Логично. Пошли. Все шевелится красиво. Ты же гадина. Совсем обалдели. Не, ну прикольно здесь комбо. Надо учить вот именно на клавиатуре. Довольно удобный, только пару клавиш перетыкнуть, чтобы поудобнее было. Ну хотя так лучше привыкнуть, скорее всего. Я вот не вижу своего количества общего ХП. Мне это не очень-то и нравится, кстати. Но от того, что мы находим различные кристаллы, конечно. Так, давай я меч поменяю. О! Так, и как мне вообще сделать так, чтобы... Вот непонятно по ХП здесь все ж таки кое-как.
наверх, думал, убегу. Так. И респаунимся мы здесь. Теперь вопрос в другом. Респаунятся ли враги? И что игра задумывает? В одну локацию, если не можем, мы пройти. Отреспаунься. Ну, блин, разработчик, ты мог бы хотя бы демо-версии забаговать этот предмет. А, хотя ладно. Сейчас вопрос в другом. Отреспились ли вражины? То есть у меня все осталось по прежним местам. Отреспились. А, отлично, отреспились. Значит, мы можем на них прокачивать свой приемчик. Так, как мне с хп тут определяться? Я как-то плохо понимаю. Я вот пытаюсь сейчас понять по хп. Это сверху у меня полоска или снизу? Вроде это полоска сверху. Да, это полоска сверху. Я, блин, как дебил, смотрел на полоску снизу. Думал, как тут определить, сколько у меня хп. Все, вопросов нет. У меня две катаны. У каждой катаны еще есть своя энергия, что ли, я так полагаю. Угу. Один, конечно, кристалл мы еще не возьмем. Попытненько, слушай. Нормально пока что. Так, с теми мы справимся. Пауза здесь есть? Да, пауза есть.